Привет. 4 часа дня, я еще только домой собираюсь из леса. Хотел рассказать историю про 4 котов и как они летом устроили веселье. В начале лета мы приехали, привезли с собой кошку. Кошка такая красивая и все такое. Дом окружило 4 кота, 2 рыжих, один без хвоста, рыжий, 2 других кота, ну каких-то других, один черно-белый, 4-го я что-то не припомню, но они вот там похожие с этим черно-белым. Ну и в общем, какая суть, эти 4 кота круглые сутки орут у меня под домом, под окнами, вызывая кошку, видимо, к себе. Это, конечно, все очень весело. Гонять их бесполезно. Ну, можно, не знаю, подкармливать. Они никуда не уходят. Корми, не корми, неважно. И вот, значит, у меня была любимая кружка. Красная, с белыми точечками. Такая типа мухоморная кружка. Она из бабушкиной квартиры, из города. Я на дачу привез отец несколько лет назад. Я из нее пил мухоморный бульон. И вот как-то я эту кружку вымыл и оставил на столе на улице. И эти коты, ну, они лазят там по столу, они лазят везде. Они ее уронили на кирпичи, и кружка разбилась. И вот непонятно теперь, мухоморов нет из-за засухи или из-за того, что коты разбили мне кружку мухоморную. Кто знает, кто знает.